Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после 4 лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над 2-летней дочерью Леей. Как пишет Ура.ру со ссылкой на американский таблоид TMSTA, поскольку оба родителя живут в Нью-Йорке, они решили, что малышка будет по очереди проводить время с отцом и с матерью. В целом время решено поделить поровну, но поскольку у звезд напряженные графики, длительность промежутков может быть то длиннее, то короче. Документировать свои устные договоренности Шейк и Купер пока не стали. Хотели развестись. Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье ранее. 5defisTV.ru сообщал, что россияне устроили в соцсетях настоящую травлю американской певицы Леди Гаги, поскольку именно она, по слухам, стала причиной разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера. Как полагают, роман Купера с Леди Гагой начался во время съемок фильма «Звезда родилась», в которых оба принимали участие.